Доброе солнечное утро, друзья. У нас такой рассвет сегодня тоже прекрасный, прекрасный. Извините, конечно, что окна тут такие. Уже третьи сутки пошли. В общем, восстанавливаюсь потихоньку уже. Хожу. Но по ступенькам еще нельзя ни спускаться, ни подниматься. Очень сильно надеюсь, что на этой неделе уже меня выпишут. Сегодня еще с доктором поговорю, еще там кое-какие мне надо делать капельницы. Антибиотик уже отменили. Вот. Неправильно запустил, друзья, кишечник, короче. Перед операцией просто, ну, кишечник останавливают, ну, опорожняют полностью, так надо, в моем случае. Ну, и после этого я неправильно начал просто питаться, и кишечник у меня просто стоял. Вчера была такая немножко заминочка в этом плане, но уже есть опыт, уже буду действовать по-другому, естественно. Так, еще раз спасибо за поддержку, за теплые слова. Берегите себя, берегите свое здоровье. Всем хорошей недели, хорошего понедельника. Пусть неделя сложится благополучно. Понедельник будет успешным и удачным у всех, друзья. Что еще сказать? Хорошего настроения, несмотря ни на что. Пусть у всех все ладится. Любите и будьте любимы, друзья. Будьте здоровы.